Дорогая, я волнуюсь за тебя. Он использует насилие, не знает, как вести себя в обществе. Он просто дикарь. Хорошо, Таиланд, ты прав. Но давай не будем говорить об одном и том же снова и снова. Пожалуйста, я действительно устала. После всего этого ты говоришь мне, что я прав? Я прав, конечно. Он собрался меня убить на глазах у всех. Таиланд, мне очень жаль. Но ты тоже меня пойми, пожалуйста. Со мной впервые такое происходит. Мне очень стыдно и неприятно. Твой вечер испорчен. Чем я могу тебе помочь? Не волнуйся, я обо всем позабочусь. Я не сомневаюсь, что ты со всем разберешься. Давай проведем этот вечер вместе. Я поговорил с Физой. У нас будет семейный ужин. У вас дома выходные. Не занимай этот вечер. Хочу показать твоему отцу, что у нас все серьезно. Хорошо. Я люблю тебя. Спокойной ночи. Спокойной ночи. В нужное время, нужное место. Молодец. Мы отличная команда. Знаю, если сейчас заведу разговор, ты будешь молчать. Спросишь, где я была все это время, да? Конечно, ты должен был это услышать от меня, но вышло все по-другому. Ты обижен. Я это понимаю. Иногда молчание убивает. Но в твоем молчании я чувствую себя в безопасности. Оно мое убежище. Даже если я заплутаю, я всегда знаю, куда вернуться. Спокойной ночи. За все, что произошло. Будем. Может, хватит уже? Остановись. Хватит. Ну, он и гад, конечно. Ты что-то делаешь, например. Вот так вот красиво все выстраиваешь. А он бац и опрокидывает. Да тихо ты. Сейчас твоя тетя меня опрокинет. Послушай, дело не в том, кто опрокидывает, а в том, что его заставляет опрокидывать. Да. Я думаю, надо его уволить. Давай уволим его. Нет, нет, нет. Нет, не уволим. Забудь. Уже забыли. Стерли из памяти. И все. На этом все. Нет, мы его уволим. И пока будем искать другого шефа, закроем ресторан. Оп, закрыли. Полгода прошло. Хазим у порога. Слушай, ты пьяна. Никаких увольнений. Все остается как есть. В каком бы состоянии ты ни была, ты это понимаешь и осознаешь. Правильно? Что-то я не поняла. Он все-таки плох или хорош? Псих или не псих? Не понимаю.
О, смотри, звезда падает. Загадай желание, быстро. Что загадала? Скажи мне. Если скажу, не сбудется. Но тайны манят. Он же тебя тоже манит? Нас. Ты же сама не своя рядом с ним. Ну давай, расскажи мне правду. А я уже не знаю, где правда. Отец сердится на меня, Таиланд тоже сердится. И все из-за этого сумасшедшего шефа. Видеть его не хочу. Я думаю, он сейчас себе места не находит. Нет. Последний шанс. Не спасет ресторан? Вышвырну его за шиворот сразу же, не задумываясь. Почему бы тебе не сесть и не поесть как следует? Хоть что-нибудь полезное сделаешь. Ты не о моем здоровье, думай о своем. Вчера в каком виде вернулся? В драку попал, да? Доктор, разбойник. Ишь ты. Я смотрю, ты в хорошем настроении. Надеюсь, ты будешь таким и вечером. А что вечером? Ужин с семьей нас. А я тут при чем? Серьезно? Ты же меня прячешь ото всех. Что случилось? Ужин семейный, а мы с тобой семья. И сколько человек там будет? Семья нас, ты, я, все. У нас в семье только два человека? Другой родни у тебя нет? Что ты от меня хочешь? Слушай, нас приняла твое предложение, так что не стоит рисковать. Выставишь меня на показ, поставишь под угрозу свое имя. Ты можешь немного помолчать и поесть? Хочешь сказать, не отвлекая великих мира сего от еды? Хочу сказать, веди себя как брат Тайлана Гюнибакана. Таких нет, увы. Есть только простой парень Бора без бирки. Возьмете? Вспомнил, когда ты сказал бирка. Ты же по магазинам ходил, одежду купил. Где она? Вот ее и наденешь. Хорошо, брат. Раз ты хочешь, скоро увидишь.